Сбербанк уже в конце этого года откроет офис в столице Арабских Эмиратов, Абу-Даби. На данный момент Российский банк подал документы и ожидает решения арабских властей. Новое отделение банка планирует работать с компаниями, фондами и банками на территории Ближнего Востока. Кроме того, открытие офиса на территории Эмиратов позволит привлекать инвестиции в Россию и откроет путь нашим инвесторам на восток, какой инвестиционный фонд ПЛАЭ инвестирует средства в экономику РФ. Об этом читайте в новостях.